Я вас приветствую, друзья. С вами Banana Game. И сегодня я вам покажу, где же найти на локации Тунгуска. Вот, я на локации Тунгуска сейчас. Найти трофяного паука. Трофяной паук находится в квадрате B3-4. Вот, сейчас я вам покажу, где он находится. Вон они, яйца. Ну, ищите, короче, яйца. Но зачастую он появляется в ночью. Ну, всегда по-разному, я хуй знает. Он, блядь, у меня всегда по-разному появляется. Я даже не знаю, сейчас не буду, потому что не хочу опять бежать. Вот, это священный круг. Но зачастую появляется он где-то в 13 дня. Где-то вот так вот. Всегда по-разному. Приходите, бегайте тут, может у вас пораньше появится. Потому что он не всегда по времени появляется, я точно не знаю. Высоко он появляется, он еще паучок пещерный. Ну тут. Ну, короче, не факт. Тут еще много, как конечно, живности находится, но. Вот здесь еще давайте видно. Все, заебошили. Так, я вам показал, где трофяной паук, лапа. Теперь я вам расскажу, блядь. Теперь я вам расскажу немного о другом. Зачем он нужен, трофяной паук? Потому что многие, кто только пришел в игру, даже не знают, кто такой трофяной паук. Трофяной паук — это такая херобора здоровая вообще, вот такая вот. Еще больше только. Но его, блядь, вот, не очень трудно бить, потому что у него хп много. У него много хп, и приходите лучше с друзьями сюда фармиться на трофяного паука. Потому что лапы трофяного паука стоят дороговато. Я не помню сколько, но, блядь, она стоит дорого. Такая пара, да, идет? А, не, показалось. Я думал, просто пара трупов идет. Я давно не заходил. И вот. Они очень дорогие, да, дорогостоящие вот эти вот трофяные пауки. И их можно задорого продать, их лапки. Вот так вот. Ну или для задания, конечно. Так, ну, все, вот все, что я вам хотел сейчас рассказать. С вами был Banana Game. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте о канале друзьям. И всем пока!